Всем привет! Сегодня я приготовлю шпинат по-испански. Что мне понадобится для приготовления этого блюда? Свежие листья шпината, помидор, лук, изюм, кедровые орешки и испанское оливковое масло иберика. Листья шпината нужно предварительно промыть как следует и опускаем в кипящую воду на 10 минут. Воду со шпинатом нужно обязательно посолить. Пока варится шпинат, запарим изюм кипятком. Помидор нужно надрезать вот таким образом, крест-накрест, и с другой стороны. Опускаю в чашечку и также заливаю кипятком. Буквально на несколько минут. Кедровые орешки нужно просушить на сухой сковородке. Луковицу нужно нарезать очень мелко. Подсушенные и обжаренные орешки пересыпаем в тарелочку. Сковородку ставим на газ и будем использовать 2 столовые ложки оливкового масла иберика. Этого будет достаточно. И кладем лук. Лук обжариваем до золотистого цвета. Горячую воду из помидора слили, и теперь его нужно очистить от шкурки. После кипятка помидор очень легко чистится. Помидор нужно нарезать очень мелко. Шпинат сварился, сливаем воду. В обжаренный лук добавляю нарезанный помидор. Обжариваем, пока помидор не станет мягким. Пропаренный изюм просушиваем с помощью бумажного полотенца или салфетки. Помидор уже практически стал мягкий, и добавляем изюм. Перемешиваем 2 минутки и выключаем газ. В шпинат добавляем 2 ложки, перемешиваем, посыпаем орешками. И наше блюдо готово. Этот рецепт достаточно простой и полезный. Рекомендую приготовить. Скоро новогодние праздники. Следите за инстаграм семейной кухни. Там будут публиковаться фотографии с новогодними рецептами. Раньше, чем будет выходить сам рецепт видео на канале. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока.